Здравствуйте! Вы на канале «Простая кухня для вас». Сегодня я буду готовить пельмени в горшочках. Для приготовления мне понадобится пельмени, лавровый лист, душистый перец, чеснок, сметана, зелень, соль, молотый черный перец и сыр. Мелко нарезаю зелень. Чеснок натираю на мелкой терке. К зелени и чесноку добавляю сметану. Посолю. Поперчу. И все хорошо перемешаю. Сыр натираю на крупной терке. Теперь в горшочки выкладываю пельмени. Лавровый лист. По одному душистому перчику. Вливаю по 100 миллилитров теплой воды. Теперь сметанный соус. Посыпаю сверху сыром. Закрываю горшочки крышечками и убираю в заранее разогретую духовку до 180 градусов на 40 минут. Пельмени в горшочках готовы. Приятного аппетита и до новых встреч на нашем канале. Подписывайтесь и ставьте лайки.